Всем привет, ребята! Меня зовут Егор, вы на канале Квестдеди, и сегодня в ролике у нас я Тора на Фантом Ассасин максимального тира. Также он имеет 19 ранг, и в этой игре у нас играет Мипошка на Рубике, Юраги на Антимаге, Мира на Бэтрайдере, а также Шторм Штормер на Войд Спирите. Итак, начнем доту. Сразу же у нас идет борьба за верхнюю баунти руну. Забирает у нас Ятора верхнюю баунти руну. И на него выходят 4 героя команды Реддин. Пошла гранатка, замедление и совсем все ужасно. У него, скорее всего, он не выживает. Нету смысла нажимать телепорт. Поэтому просто-напросто умирает. ФБ у нас забирает Фурион. Хорошо. Ужасное начало. По закупу он купил себе танго. Цирклет, Слипер оф Агилити, стики, ветку, а также топорик. Далее хочет выйти в ПТ-шку, БФ, а также в дезолятор, скорее всего. На этой линии он будет играть против Марса, такой вот закуп он имеет, и против Рубика от Мипошки. Вот такой вот закуп у нас имеет Мипошка. Суппортить ему будет Виверна с вот таким вот закупом. И Ятор начинает играть и фармить. Это дело он умеет. Давайте смотреть. Отличная игра от Марса. Забирает он рейнджей. Понимает, что нужно делать. Понимает, куда нужно спылы давать. Отличный болт от Рубика. Также забирает рейнджей. Все очень хорошо у нас. Разделилась у нас целая пачка. Надо как-то сейвить свою. Понимает об этом Ятора. И сейвит ее. Мне кажется, ошибочка немножко от Марса. Он стянул слишком ее далеко и стянул ее под тавр. И линия теперь будет пушиться. Не хотелось бы, конечно, чтобы линия пушилась. Ятор это понимает и не стягивал ее по Т1, а немножко ближе. Поэтому все достаточно хорошо. Отличная игра от Мипошки. Также добивает очередной раз рейнджа. Не теряя экспу, также золото. Хорошая игра. Молодец. На левел 1 у нас Ятор закачал себе дагер на первом левеле. Далее, скорее всего, закачает блинк. Максимально агрессивный, если что, и максимально ускорить свой фарм. Скорее всего, на линии будет максить... Возьмет в 2, может быть, даже в 3 дагер. А далее будет максить блинк, потому что это ускоряет фарм как можно быстрее. Хорошо добивает рейнджей. Очень хорошо. Можно было даже напряжать туда блинк, в принципе. Пошла атака от Виверна. Отзонивает она Марса. Хорошо, но еще бы Рубика было бы неплохо подбить. Было бы совсем замечательно все. Пытается найти свой фарм на этой линии. У нас Ятор. Понимает, что пока не все хорошо. У него 9 на 2. Он играет. Ну и дальше фармит. С даггера пока рейнджей добивает. И все пока неплохо. Все пока относительно неплохо. Максимально сагривает на себя всю пачку. И просто фармит, фармит, фармит. Хорошо. Даггером также добивает очередной раз. Ну и все, надо сейвить эту пачку. Обязательно уже совсем рядышком у нас пачка. Начинает ее пушить. Лотус забирает у нас команда Radiant, я так понимаю. Потому что Виверна даже не стягивался. Даже не хотела за это все воевать. Ну и ладно. Опустим этот момент. Капельки себе купил. Нужно будет обязательно принести. Ну, пока стоим, фармим. Пытаемся что-то найти. Играем пока супер пассивно. Нужно хотя бы ПТ-шку иметь. Закачал пока дагер в 2. Есть уже капли, хорошо. Хилимся, живем, как говорилось ранее. Ну, выравнивает пока. 19 на 2 идет. Все пока неплохо. 21 и 22 крипа. Ну, на 4-й минуте это уже, в принципе, неплохо. Также у нас вывел
Мипошка большой. Хотелось бы также его и подфармить. Залутать оттуда что-нибудь полезное для себя. Ну, против Марса и Рубика это сделать будет сложновато, потому что они раз-напросто добьют болтом. Убивает у нас Мипошка, отыгрывает он очень хорошо. Можно развернуться, пробовать убить. Да, у нас отзонили просто Марса. Марс ушел фармить. И Мипошка, ой-ой-ой, как же больно ему. Возможно, получится убить. Но там стики, надо не забывать про это. Стики нажимаются, и Рубик выживает. У нас идет Виверна до конца. Пытается как-то его убить на одном хп. И Мипошка умирает. И Виверна уходит в размен. Ну хорошо, убили. Убили Рубика. Убил у нас Миятора. И отыграл хорошо. 2 в 2 пока качается по скиллпоинтам. Но пока без ресурсов опасно выходить, опасно фармить. Можно с даггера немножко позакидать, что-то подфармить. Ласку себе купил. И регенится. Отзонил Марса. И огромная пачка идет на Ятора. Хорошо. Ему еще экспу отдали. Вообще себя чувствует замечательно. Давайте включим нетворца, посмотрим, что у нас по нетворцам. И видим, что у нас Ятора занимает первое место по нетворцу. Даже от того, что он умер на первой минуте игры, это пока не пришало ничего. Макс пока даггер. Есть ПТ-шка, хорошо. С ПТ-шкой можно, кстати, уже и повоевать. А с левелом 6, так вообще опасный герой становится. Но нужно Марса ульту остережаться. Герой также невероятно сильный. Скорее всего, убьет просто-напросто с Аркаста Фантомочку. Пошла атака на Марса, отличное копье. Просто Ятора подставился и ошибается. Это был бы отличный килл, кстати, который бы просто вывел его в невероятный уровень. Мипошка забирает руну мудрости. Также Мира у нас также забирает руну мудрости. Все делается под таймингом. И хорошо. Отводит у нас мелкий. Наконец-таки, верно. Далее у нас выход будет в БФ. Хочет не отставать от фарма у нас Ятора. Понимает, что с Юраги на антимаге нужно как-то идти вровень. Но пока у антимага игра не самая лучшая. 2700 нетворца он имеет. У Ятора намного все круче. И БФ у него будет намного раньше. И поэтому он будет фармить намного быстрее. Левел 6 он наконец-таки апает. И вот теперь Марсу будет стоять посложнее. Но у Марса также есть левел 6. И если Мипошка будет рядышком, скорее всего, Фантом Ассасин умрет. Но у него есть капли, есть стики. В принципе. Еще можно будет повоевать. У нас замес снизу. Умирает один герой. В размен уходит у нас, скорее всего, Мипошка. Давайте посмотрим. Мипошка также умирает. Один в один пока. Очень каленый у нас. Ой, отличный РП у нас от Магнуса. Минус у нас Void Spirit. Также, скорее всего, отправляется в таверну и Мира. И это минус 4 от команды Radiant. Хорошо отыграли. Молодцы. Выравнивают игру. Но Ятора тем временем пока просто-напросто фармит. Занимается совершенно правильными делами. 400 он имеет на 8 минуте. Очень хорошо у него все. Очень даже. Ну и просто фармит леса, пока понимает, что опасно выходить вот сюда вот. И вот это вот все фармить, потому что Марс может выйти, может какой-нибудь Рубик выйти. Ну и как-то ну сыкотно на самом деле. И поэтому уходит немножко глубже в леса и фармит их здесь.
понимает, что выйти вот сюда вот в лес также опасно, потому что это Рубик какой-нибудь, может быть какой-нибудь Митер подойти, Марс может смог нажать и убегает далее в леса фармить, потому что пока боится. Фармит. 4500 имеет на 10 минуте. Все очень хорошо даже. Все могло быть куда хуже. Далее стягивается на линию, понимает, что линия наконец-таки распушилась. 10 минута игры у нас. Нет никого на карте. Опасно, конечно, выходить, потому что враги могут быть уже за спинами. И нужно быть аккуратным. Нажимается смок от команды Дарь. Выдвигаются они в центр. Хотят убить Мипошку. В центре у нас один. Марс выходит на пуш-линии. Видит четверых героев на карте. И выдыхает. Пошла атака на Мипошку. Мипошка, скорее всего, уже не жилец. Мипошка умирает в центре. Хорошо, можно дальше подпушить тавр по 10 минуте под тележку. Попробовать снести. Марс как раз этим и занимается. Хотелось бы, конечно, чтобы команда помогла, подошла. Летит уже Мира сюда. Хорошо, подзвал свою команду. Точнее, это не Мира, это Виверна. Хорошо, пошла атака. Тут же Тини летел. Ой, нажимает у нас Марс. Получится ли гречка? Гречка не было никакой. И выживает у нас Марс. Хорошо. На секундочку он выжил. Если бы Тини бы нажал бы раньше бы телепорт, то, скорее всего, он напросто бы умирал бы. Умирает у нас Void Spirit в центре. Шторм Штормер ошибается. Врейсбенд апнулся и принес. Угу. Также принесся часть под БФ. Далее убегает в леса, распушил линию и также напросто убегает в леса. Занимает он пока лидирующее место. А, я хотел сказать, еще у Юраги есть же у нас Магнус, который дает дополнительный урон и дополнительный сплэш. Я совсем забыл про это. Что фарм у антимага ускорится 100 и 100%. А с БФ он так вообще вырастет просто в космос. И нужно 100 и 100 было выигрывать эту линию. Потому что ну супер непросто будет. У них есть и РП, и арена Марса. Ой-ой-ой. Как же тяжело будет выиграть эту игру. Нужно будет отыграть ее очень хорошо. И желательно без ошибок. Но мне кажется, я Тора это один из тех, кто сможет это сделать и справиться. Так точно. Нажимается смок от команды Dire. Выдвигаются они в леса. Хотят ставить, скорее всего, какой-нибудь Марс или бы кого-нибудь еще. Совсем немножко у нас остается до БФ. 10 левел наконец-таки апает у нас Ятора. Думает, что закачать. Закачал дагер. Играет по скиллпоинтам 4-4-1-1 у нас пока на 10 левеле. И хорошо, тут у нас Марс так аккуратно может поставить арену. Но в принципе урона не хватит ему. И слишком плотный уже становится у нас Ятор. 10 левела все-таки. Как бы не слабачок. Конечно, я не понимаю команду Radiant, почему они не стянулись, не попробовали убить Ятора, потому что, ну, это прям очень легкая цель для него. Ошибается у нас Мипошка очередной раз в центре и типает у нас Ятора Мипошка, чтобы он сгорел нафиг, мне кажется, с этой игры. Потому что он уже умирает в центре, я не знаю, как раз четвертый раз. Ой-ой-ой-ой, мне кажется, это уже немножко горит у него. Ставить себе ПТ-шку в силу на всякий случай, если будет выход на него. Есть БФ, и БФ уже летит. И фарм начинает идти. Давайте посмотрим, что у нас у Юраги. Юраги только нужно найти на карте обязательно. Тут пошла у нас атака на Void Spirit. Что Штормер опять ошибается. Но получится ли выжить? Нажимает у нас телепорт. У нас Ятор. Ничего себе. Как агрессивно он играет. Даже играет не на свой фарм. Он просто-напросто выдвигается на Марса. Есть копье. Есть еще и даггер на всякий случай. Тут у нас
Магнус пытался как-то отзонить, пытался также выйти на Бетика. Мира, 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 выживай! Есть у нас уже БФ. Хорошо. Ой, добить бы Марса. Ой, хорошо, Мипошку бы также добить. Крит, крит! Не хватает урона. Даггер, даггер, крит, даггер, крит. Вот если бы не Тини, то хотелось бы, конечно же, добить. Тут у нас Юраги выдвигается на антимаги. Давайте посмотрим, что у него. У него нету БФ еще, но скорее всего, летит. И он ошибается и умирает. Зачем ты приходил вообще сюда? Фармил ты свой БФ бы до конца бы. Какая досадная ошибка. Ничего не сделал, ни одной кнопочки не нажал бы и умер. И 1400 золотых у нас зарабатывает команда Дайр за этот замес. И 2000 на Творса. Здесь у нас уже стаки. Хотелось бы, конечно, нажать у нас в блюре. Просто-напросто зафармить все это. Потому что без инвизов ты просто-напросто не осилишь пока. Дизолька. Далее у нас БКБ. И далее Башек. Все, классическая сборка. Просто, ну, Эль Классика. Забрал Эйнштаб. 8000 на 15 минуте. Все достаточно неплохо. По талантам на 10 таланте закачал левый талант. Ну и на этом все. Стягивается он на низ. Отличный Эваленч плюс 100. У нас от Тини нужно добивать Фуриона. Фуриона добивает. Хорошо. У нас Мипошка. Мипошка также каленый. Можно, в принципе, нажать Блинк. Я попробовать его убить. Но не решается. Ну, почему бы нет? Убил одного, ушел. Убил одного, ушел фармить. Тут у нас уже есть Марс, хорошо. Можем также пробовать убить Марса. Есть у нас Шторм, Шторм подбегается. Отличный Тос Эвеленч, отличный РП по двоим. Мипошка тут же, ух ты, какой у нас камбэк. Яраги пытается также сделать. И минус 4. Огрызается у нас команда Radiant. Хорошо. Как-то мало заработали, или мне кажется, или это не с того еще, я понял. Две 200. Камбэк. Хорошо. 8500 имеет Ятору у нас, и 7700 имеет Юрага на антимаге. Далее идет Магнус, потом Марс, и потом только Шторм. Штормер на Войд Спирите. Итак, резается у нас Ятор, выдвигается сразу он на энчентов и начинает их фармить. Но это самая лучшая затея. Зафармить здесь пачку, зафармить здесь пачку и пойти отпушить либо центр, либо мид, либо стянуться далее на энчентов. Выдвигается он далее на Т1 снизу. Можно, кстати, подпушить. Но тут уже команда. Тут у нас Марс с Мипошкой. Дефают его. Отлично. Дефают. Не дают забирать. Не дают забирать объективы на карте. И далее стягивается у нас Ятора далее на энджентов. Куча времени он, конечно, всирает на вот это вот все. А можно было чик-чик-чик. И далее чик-чик-чик. Ждет. Ждет, конечно, понимает, что пока ничего не сделает на карте, понимает, что ему нужен дизоль, понимает, что ему нужно хотя бы немножко часть БКБ. Догоняет уже Юраги. Но с Ятор, Ятор отстает по фарму. Нужно как-то находить себя. Обязательно. Нужно дизоль купить, нажать смог и пойти кого-нибудь попробовать убить, потому что с дизолем этот герой обращается совсем крутым становится. Атака, РП у нас по шторм-шторму. Шторм-шторм у нас ошибается. И минус 1. Менее 1000 уже ведет команда Дар. И боль, и точнее менее 1000 ведет команда Radiant. Вырываются они в лидеры. Хорошо. Можно в принципе попробовать добрать Т1 снизу. Вся команда Radiant находилась у нас в центре. РП также нету. Есть ультимейт от Марса. Но слава богу, что пока без РП. Добить бы тавер бы, также бы хотелось бы. Отдает он Мира. Мира добивает. Ну и центр нужно дефать обязательно. Центр вышка на 19 минуте все еще есть. И это очень хорошо. Хотелось бы держать ее как можно дольше. Есть дезолятор. 19 минута. Отлично. Юраги обгоняет пока у нас Ятора по фарму. И Ятора начал отставать.
14 левел имеет. Тут у нас непошка в лесу. Так это скорее всего смерть. Это скорее всего смерть. И первые стаки для Дизоля. Хорошо, убивает просто с даггера просто-напросто непошку. И это очередная смерть для него. Шестая смерть в этой игре. 19 минута игры. И далее у нас идет БКБ. Так, тут у нас Юраги. Хорошо, можно, в принципе, сразу же прыгать на него. Эваленч пошел и промахивается. Юраги понимает, отлично, атака от Шторм. Шторме нужно ловить, нужно ловить. Ловить не получается, пошла атака. Также отличная палка, замедление. Туда же даггер и крита. И минус у нас антимаг. Отлично, словили у нас Юраги. Нашли они Фуриона. Также туда идет Эваленч и также... Килл. Добивает у нас Шторм Штормер. Хотелось бы, конечно, чтобы добивал у нас Ятор, чтобы он как можно был огромнее. Но ладно. 12 тысяч он уже имеет. Хорошо. На 15-м таланте он взял также левый талант. Плюс 250 к применению Фантом Страйк. И далее выход в БКБ. До БКБ еще долго. Осталось столько свиток почти дофармить. 1400 золота. 1400 золота это многовато. Ломается Т1 у нас в топе. И нажимается смок от команды Radiant. Также ответный смок от команды Дарь. Хотелось бы, конечно, завязать его вместе с Ятора. И выдвигается, нажимает блюр. И выходит он вниз. Понимает, что там умирают миры. И там находится команда Radiant. Нужно обязательно ловить, ловить и еще раз ловить. Видят они Магнуса. Пошел у нас атака от Войд Спирта и минус Магнус. Отличный выход. Добивают они вражеского мидера. Зарабатывают они чуть больше золота. И очень хорошо. Ловят еще они антимага. Хорошо. Тут у нас ульта от Марса. Можно было драться. Но почему-то не хочет этим заниматься Ятора. И понимает, что драка луз. И просто-напросто убегает. Остается 400 золота ему до БКБ. Понимает, что не хочет терять, не хочет лишнюю смерть и просто-напросто убегает. Забирает руну мудрости, 17 левел имеет, почти 18. Формит энчетов, все очень хорошо у него. И уже есть БКБ. Хорошо. Далее у нас идет Башер и Аганим Шард. Угу. Юраги, отличный выход был на Рошана. Добивает у нас команда Radiant Рошана и забирает у нас Аегис Юраги. Две жизни у него. Убить будет сложновато. Но нужно что-то думать, что-то придумывать. Здесь у нас Фурион в топе, отлично. Можно прыгнуть, выйти, убить его. Легкий килл, пошла атака, хорошо. Из двух ударов просто-напросто рассыпается у нас Фурион. Хорошо, тут у нас Магнус, у нас Мипошка. Мипошка нажимает, точнее не Мипошка, а Магнус нажимает РП. Но что это совсем? Надо БКБ вжать, БКБ нажимать. И на 100 хп выживает у нас Ятора. Если бы Мипошка не уходил бы, то скорее всего это просто-напросто была бы смерть. Нужно обязательно нажимать блюр и убегать. О, Мипошка загуливает и просто-напросто разваливает его тени в соло. Мипошка крайне недоволен, мне кажется, в этой игре. Седьмая смерть у него уже есть. Пока 8-2 у нас идет... Ятора, и все хорошо у него. На 20 левеле взял он левый талант. Плюс 60 к скорости атака Фантом Страйк. Угу. Максимально сильным становится. Совсем немножко ему остается до Башера. А с Башером этот герой будет невероятно сильным и мощным. 12 стаков на дизеляторе уже также имеется. И немножечко ему осталось до Башера.
9000 уже за командой Дайр. 25-я минута игры близится. Видят они Магнуса. Можно, в принципе, напасть. Нажимает он скан, понимает, что здесь находятся враги. И просто-напросто бегает. Или нет, не понимает. Он и просто с двух ударов у нас умирает Магнус. Хорошая игра. Хороший был выход. Реализация Башера на 100 из 100. 17500. Идет у нас Ятора на Фантом Ассасин максимального тира. И отлично. Десятку ведут. До Рошана еще долго. В принципе, можно попробовать сломать Т2 снизу. РП у нас нету. Есть ответ на Марсульту. Это БКБ. И также добить Фантомку особо и нечем. Далее у нас Сатаник и Абиссал хочет себе собрать Ятора. Активки. Активки еще пока не пахнет никакой. Ну, пытается найти какую-нибудь жертву. Пытается, может быть, не кошку какую-нибудь найти на отпуше. Было бы забавно, кстати, это все. Можно также стянуться на топ команды. Пробовать снести Т1 хотя бы в топе. Уже на 26-й минуте это было бы неплохо, я так думаю. Шторм пока распушивает. Минус ульта Марса. Пошла туда Берлит Юраги. Пытался что-то Магнус также сделать. Можно поднапасть. Можно отличный тост плюс Аваленч. Нажимает БКБ. Нажимает и минус 2 героя. Отличный блинк. Отлично это. Мира нажимает ульту в антимага. И антимаг также умирает. Но это всего лишь напросто Аегис. Хотелось бы убить еще раз. Отличный просто баш. И минус 4 от команды Дайр. Богоподобен у нас Ятора. 14 тысяч он идет. И 19600 золота он имеет. Огромный нетворс. Есть уже Аганим Шарт. У него Аганим Шарт я не заметил. Пытались как-то добить курьеров. Курьеров тут нет никаких. Сняли Т1 в топе. Хорошо, можно далее сносить Т2, выходить. Купил себе ривер. Далее хочет выходить в сатаник. До сатаника остается, в принципе, 2000 с небольшим золотом. Шторм у нас ошибается в топе. Очень больно ему, неприятно. Тут у нас уже фантомочка летит, уже начинает дефа. Тут у нас уже Магнус почему-то, он стоит АФК и никуда не убегает. И просто это смерть. И очередной килл в копилку для Тора. Хорошая игра. Хорошо отыграл. Вовремя стянулся, вовремя пришел на помощь и вовремя убили. Далее стягиваются на Т2 снизу. Либо там фатиться будут далее, либо уже сносить их. Ульта от Виверны была замечательная также. И просто-напросто в соло Штормер уничтожает Фуриона. Минус 2. Мипошка отлично скипает у нас пачку. Нужно выбивать Т2 снизу. Марс находится пока в топе. Падает Т2 снизу. 18 тысяч они уже ведут, команда Дайр. И 21 700 у нас у Ятора. Хотят убить Мипошку. Агрессивно отыгрывает у нас Мипошка. Может быть, хочет забрать как-то пачечку. Может, выйти хочет. Боится или понимает? Мне кажется, понимает. Мипошка все, не выходит. Видит тут Марса, Марса на дагере. Скорее всего, это будет уже смерть. Пошел у нас Аваленч. Аваленч ужасный, тень нажимает. У нас аганимный спел, у него даже так есть все. Башер рокает и умирает у нас Марс в топе. Заигрался он немножко, загулялся. Юраги пытается как-то скипать у нас топ также. Пытается стягивать как-то команду, но через телепорт выдвигается у нас Ятора вниз. Пытается также словить кого-то. Видит он также Фуриона. Хорошо. Можно нажимать блюр и выдвигаться за кем-то. Нажимается скан, понимает у нас, где Ятора. Мипошка все читает. Мипошка гений какой-то вообще. Он все видит, все знает, все понимает.
Умирает Магнус. Хорошо. В размен на Виверну. Умирает также у нас Фурион. И размен 2 в 1 пока. Хорошая драка. Есть Сатаник. Юраги пока спушил Т1. Хорошая игра от него. Также он скипает еще одну пачку. Гмата пока нужно пушить все линии. Но с антимагом это сложновато. Антимага хотелось бы, конечно, словить как-нибудь быстро. Но это все равно также тяжеловато. Не самый худший игрок, конечно, играет на антимаге. Нажимается блюр, пытается также словить кого-то. Тидни начинают у нас ломать Т2 в центре. Хорошо, сломал. А дальше что? Нашли антимага, хорошо. Главное, что прокнул башек. Сбили ТП-шку Фантом Ассасин. Господи ты мой, как же отыграл Мипошка в этой игре. Ой, даже его смерти, но все равно. Пытается ставить этого надоедливого антимага. Мира, ой-ой-ой, ну ты просто, ну ты самец просто. Ну ты посмотри, как ты отыграл, классно. Куча урона в антимагу, антимаг умирает. И Мира все-таки делает эту игру. Мне кажется, он ее даже и закончил. Минут у нас до Рошана. Но мне кажется, он даже не понадобится. Можно идти по центру и просто заканчивать, потому что антимага нету, целые минуты у него. Давайте посмотрим по байбекам. Байбека понимаем, что также у нас нету. Ой, находит еще и Фуриона, пошла атака, отлично, выпадает еще Башер. И с двух ударов у нас падает Фурион. Хорошая игра. Далее у нас ловится, тут еще я вижу кого-то, Марса словили. Марса пошла атака, нажимает он ТП-шку. И получится ли? Да, получается, хорошо. Выживает. Пошел заход на ХГ. Ломается тавр. Кошку нажимают ульту. Не жалеет у нас Мира своего сокомандника. И просто-напросто умирает Мипошка. Хорошо. Сломали один барак. Сломали второй барак. Далее идут по миду. И ломают у нас центральную линию. Начинают бить тавр. Тавр также падает. Минус тавр, дальше минус ХГ. Отошли, боятся. Есть РП, есть также арена от Марса, есть юраги. Не хотят спешить, боятся на всякий случай. Играют очень хорошо и аккуратно. Отличный башер. Вот тут бы туда бы, что-нибудь бы туда. Очень мало хп остается у Юраги. И это блин, и минус у нас антимаг. Какая же ошибочка. Не ожидал он совсем увидеть тут Ятора. Есть уже Абиса. Ну, можно уже идти и заканчивать. Просто-напросто потому, что команда стоит АФК и не хотят дальше воевать. Ходит под фонтан, начинает бить, нажимает БКБ, убивает он одного героя. Ну и убегает далее. Не хочет он танчить фонтан, понимает, что не осилит пока. И сносит он трон. Давайте посмотрим финальный счет. 18-24 у нас отыграл Ятор. Также хотелось бы отметить игру Мира и отметить игру Мипошка, даже что у него не самый лучший счет. Вот такая вот у нас вышла игра. Очень довольно-таки интересная. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Всем пока!